6 марта на базе Каспийской гимназии номер 7 состоялся семинар директоров на тему «Совершенствование работы учителя в условиях модернизации системы образования». Отметим, что данную встречу посетили все руководители общеобразовательных учреждений города, в том числе начальник управления образованием города Каспийска Лариса Абрамова. Встретили гостей стихотворениями и песнями на стихи великого поэта Дагестана Расула Гамзатова. Из-под небес по птичьей отвлекая, всех вас, кого оставил на земле. Открылась семинар-спикер, официальный партнер медиахолдинга «Акцион» по республике Муслимат Рамазанова, которая, в свою очередь, рассказала о изменениях в системе образования и готовых решениях для специалистов. В ходе семинара выяснилось, что некоторые школы уже пользуются данной программой. Стоит подчеркнуть, что помимо представителей медиахолдинга «Акцион», на встрече присутствовали и другие спикеры. Чтобы наш семинар принес больше новой информации, для совместной работы приглашены спикеры с Академии Каспия. В дальнейшем планируется деловая игра и завершим мероприятием подведение итогов. После подведения итогов директора школ зачитали строчки из стихотворений поэта Расула Гамзатова «Целую женские руки». Асия Тумалатова, Марбек Газиев, новости телеканал «Среда».